эфире новости из Венгрии на канале М1. В студии Алена Миронова. Здравствуйте! О самых важных событиях прямо сейчас. За последнюю неделю в 3 раза увеличилось количество ожидающих мигрантов на сербской стороне венгерской границы. Около 600 человек собралось у деревни Хоргаш. Они не могут попасть в Венгрию из-за вступившего в силу на прошлой неделе правила 8 километров. То есть все те, кого задержат в радиусе 8 километров от границы, будут отправлены назад к заграждению в специальные транзитные зоны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью одному немецкому изданию заявил, что европейский кризис спровоцировал Брюссель тем, что открыл двери перед неконтролируемым миграционным потоком. Многие уже несколько недель спят в палатках у транзитной зоны деревни Хоргаш, ожидая пропуска в Венгрию. Около 600 мигрантов находятся в палаточных лагерях в ужасных условиях. Даже при 40-градусной жаре они могут пить и умываться только у одного крана. Многие ждут, чтобы их впустили законным путем, но есть и такие, кто даже не скрывает, что пройдет через границу любым способом. Сербские власти все больше опасаются, что мигранты не покинут Сербию. В Венгрии неделю назад ужесточили правила в отношении мигрантов на южной границе. Тех, кто нелегально попадет в страну, проводят обратно в транзитную зону. Премьер-министр Венгрии в интервью газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» сообщил, то, что Венгрия закрыла границы перед мигрантами, может помочь сохранить европейскую модель и образ жизни. Он добавил, кризис Евросоюза произошел отчасти из-за того, что ЕС открыл границы для мигрантов. Виктор Орбан в статье обвиняет Еврокомиссию в кризисе ЕС и призывает стран-члены лишить Брюссель полномочий. Польша направит новый контингент в помощь по обеспечению охраны венгерских границ, заявил Мариуш Блащак после заседания министров внутренних дел стран Вышеградской группы. Министр добавил, что Шандор Пинтер принял польское предложение, детали которого еще обсуждаются. Министр внутренних дел Венгрии отметил, что Венгрия обратилась за новой помощью к своему партнеру по группе в интересах соблюдения и международного функционирования, вступившей в начале июля новой системы охраны границ. Прежнее сотрудничество, которое существовало в рамках Вышеградской четверки, было показательным в том, что касалось защиты венгерских границ, границ Европейского Союза, а также внешних границ Шенгенской зоны. Мы получили от 3 стран поддержку в виде полицейского контингента, экспертной помощи, пограничной охраны, а также техники, машин, радаров и вертолетов. В первой половине 2016 года в 38 случаях иностранные инвесторы решили вложить свои денежные средства в Венгрии, заявил нашему телеканалу председатель Национального инвестиционного агентства. Роберт Ешик отметил, что это означает свыше 8500 новых рабочих мест и 37% рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящий момент мы ведем примерно 169 переговоров по инвестициям, и это означает, что мы находимся в контакте с 169 такими компаниями, которые или сейчас решают пройти в Венгрию, как новые инвесторы, или мы говорим о таких уже находящихся здесь инвесторах, которые планируют новые вложения, то есть во втором полугодии у нас довольно хорошие перспективы. Венгерская экономика на подъеме. Запланированный на этот год экономический рост в 2,5% вполне обоснован, заявил министр экономики Венгрии. Михай Варга подчеркнул, хороший знак, что венгерская розничная торговля на протяжении 34 месяцев непрерывно растет. А что касается Брексита, министр отметил, он отразится на многих областях венгерской экономики, но под ней стабильная основа. Можно волноваться из-за того, что произойдет со всем Европейским Союзом после выхода Великобритании и как это повлияет потом на венгерскую экономику. По-моему, и далее следует опираться на конкурентоспособность суверенных национальных государств. Быстрая и чрезвычайно зрелищная. Вот что думают участники воздушной гонки Red Bull о Будапештской трассе. В эти выходные над Дунаем лучшие пилоты мира по аэробатике в 9-й раз предстанут перед венгерской публикой. А зрители снова смогут увидеть в воздухе Питера Бешенье, одного из основателей всей серии спортивных соревнований. На набережных Будапешта уже поставили трибуны.
Уже готовый центр управления. Отсюда участникам соревнования дадут разрешение на взлет. Пилоты должны пролететь под цепным мостом на высоте примерно 3 метра. Это означает старт полетов. После чего следует слалом между буев, установленных на водной поверхности Дуная. Естественно, идет отчет времени, за которое они достигнут моста Маргит. Здесь их ожидает повторный буй, который надо облететь, объясняет наш репортер. В субботу после обеда начинаются квалификационные полеты. Потом в воскресенье в полдень уже начнутся сами соревнования. Зрители снова смогут увидеть в воздухе одного из инициаторов серийных соревнований Петера Бешини, который хотя год назад и отошел от дела, но так и не смог отпустить ручку управления самолета. Здесь он проведет показательный полет. Пилоты воздушной гонки Red Bull в выходные выступят в столице Венгрии в 9-й раз. Для них Будапешт является одним из любимых мест соревнований. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Мы ждем вас завтра в это же самое время. От лица нашей команды я желаю вам доброй ночи.